28-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри совершили беспрецедентный поступок, сложив с себя королевские обязанности. Весь мир пребывает в шоке от этого известия. Однако давние друзья бывшей американской актрисы утверждают, что ее мятеж был вполне ожидаемым. Герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где остался ее 8-месячный сын Арчи. Принц Гарри пока находится в Лондоне и пытается прийти к общему решению со своей семьей. Одна из давних подруг Меган вспомнила, что актрисе очень нравилась позиция первого мужа Тревора Энгельсона. «Нет нужды выделять на дело 5 минут, если вы не готовы потратить на него ближайшие 5 лет своей жизни», — говорил он. Супруга внука королевы часто повторяла эту фразу экс-избранника. По словам ее подруги, Меган сейчас должна быть счастлива, потому что наконец может играть по своим правилам. Она всегда убегает, когда начинаются трудности, цитирует Daily Mail слова инсайдера. Герцоги явно спланировали свое отречение от королевских обязанностей давно и теперь следуют четко намеченному плану. Британцы обратили внимание на то, что герцогиня живет с любимыми мужчинами ровно по 2 года. «Мы проследили превращение Меган Маркл из застенчивой невесты в непокорную жену». Сводная сестра супруги принца Гарри выступила с обвинениями в ее адрес.